Здравствуйте, земляне. Ну что, вот был ферзь, засох. Был ферзь, стал слон. Ну и слона мы тоже уберем. Будем делать с него шарик, пешку. Здесь шнур, получится такой шарик, но пока еще надо убрать вот эту вот. Это туда положишь, где? А это дальше можно будет секатором, ну сейчас лучше. Марсик, Марсик, иди сюда. Марсик, почему засохло дерево? Отвечай. Ты виноват. Иди сюда. Иди, иди. Ты плохо орошал. Плохо орошал. Видишь, что получилось? А? Ну-ка исправить ошибку. Быстрее. Орошай. Все? Иди. А что? Ну вот эту можно будет оставить. Это шарик-то как бы зарисовывается. А это как на шарике будет чубчик такой. Да, Алексей? Угу. Чубчик. Я не удержался, снял ролик. Ну, как мне там писали в комментариях, не зарекайся, никогда не говори никогда. Я все это знаю, все это понимаю. И по возможности, конечно, поделюсь. Мне не жалко снять ролик. Но когда YouTube не грузит, то я ничего не могу сделать. А когда грузит, то я с удовольствием сниму, покажу, расскажу. Мне нетрудно затратить 5 минут. И вот Алексей меня любезно снял, помаши человечеству ручкой. Вот наше приветствие. И Марсик помог нам, а Мирка пришла посмотреть завершение работы. Да, Мирунька? Тебя купать будем завтра. Катя тебя будет купать. Сказала, тебя выкупает и Марсика. Марсик заранее убежал.